Одна из самых классных тушей, которые я когда-либо пробовала. Вы посмотрите, сразу появилась скула. После нее кожа супер нежная. Купила по вашей рекомендации. Я просто ненавижу обертывание. Если он действительно ушел из России, то хорошо, что они остались на зоне. Всем привет! Сегодня поделюсь с вами своими последними находками с Озона. Но это будут не только новинки весны, но и мои прям фавориты-фавориты, которые я регулярно беру на Озоне. На самом деле я поняла, что я практически каждый день что-то покупаю на Озоне. Это, конечно же, не всегда косметика, это может быть еда, это может быть бытовая химия, одежда, это может быть что-то для кухни, что-то для дома, что-то для кота, что-то для ребенка куча всего. И, наверное, очень мало дней в месяце, когда я не заказываю что-то на Озон. Поэтому я сегодня вам покажу свои фавориты, новинки весны. Если вам интересны подобные видео с других маркетплейсов, напишите внизу в описании под видео. Я это все читаю и очень-очень внимательно к вашим просьбам. Кстати, название всех товаров оттенки и ссылки на продавцов, у которых брала я, оставлю в описании под видео, просто чтобы вы не попались на какие-то подделки. На губы наношу вот такой вот бальзам. Бренд называется RBG. Он черный. И я, честно говоря, готовлю достаточно большой обзор бальзамов для губ и таких вот каких-то оттеночных штучек увлажняющих. Он немного затемняет губы, делает их такими готично-сероватыми, может быть, немного мертвецкими. Но он хорошо за ними ухаживает, при этом не липкий. Единственное, что я предпочитаю его носить с карандашом, чтобы губы выглядели все-таки поживее. Но именно как уход это хорошая штучка. Следующий шаг это вот такой вот тональный крем от бренда Ама. И этот тональный крем у меня был и в фаворитах уже, и я его добавила в свой Project Pen как тональный крем, который имеет покрытие такое от среднего к плотному, наверное, даже. Можно его нанести потоньше, когда спонжик прям очень влажный, но в целом это уверенное такое среднее покрытие. Мне очень нравится, как тональный крем перекрывает недостатки, как он выравнивает тон и как при этом, как при этом он хорошо выглядит на коже. Он здорово распределяется, он кремовый, он не сушит кожу, у него живой финиш, то есть он не слишком матовый, не слишком блестящий, такая, знаете, золотая середина. Он не скатывается в складочки, не подчеркивает шелушение, в общем, прекрасный тон. Дальше пока покажу вам вот такие вот жидкие тени от Анастасии Воеводиной. У меня 4 оттенка. Это все тени матовые. И они все нюды. По сути, это такие скульптурирующие оттенки в разных подтонах и немного отличающиеся по глубине цвета. Я все 4 попробовала и скажу вам так. Я изначально рассчитывала, что это будут и кремовые тени, и коррекция для лица. Первый оттенок это такой теплый коричневый с легкой розовинкой. Я наношу, наношу его вот сюда вот в зону скульптурирования продукт на самом деле несмотря на свою сильную пигментацию хорошо тушуется по коже. Вы посмотрите, сразу появилась скула. Этот очень мягкая, очень красивая коррекция. Нет ощущения дополнительного слоя на коже. Следующий оттенок, который я покажу, это цвет номер 4. И он такой немножко в хаке уходящий. С вот этой стороны получается такой контуринг, который немножко бронзер на самом деле, потому что вот эта теплая часть, она какая-то немного загарная, при этом она уходит в зеленцу, а не в краситель. Снимку. Следующий оттенок, который я покажу, это номер 2. И, собственно, им тоже можно делать и коррекцию, и румяна. Но я сегодня покажу его вам именно как румяна. Такой, знаете, цвет припыленный какой-то. Ну, он такой благородный на коже. И, наверное, некоторые девочки могут его использовать соло, без скульптора. И на глазах хочу нанести оттенок номер три. Он самый, пожалуй, темный из всех, которые есть. Такой шоколадный, я бы его назвала. Его тоже можно использовать, конечно же, как скульптор. Просто для меня он темноват. Здесь такой, знаете, хороший баланс между тем, насколько быстро средство схватывается и тем, как легко оно тушуется. Следующая моя находка — это вот такой вот мусс для интимной гигиены от бренда Levitate. Мне очень понравилось, что это формат именно такой пенки, то есть как вот пенки для лица бывают, здесь тоже такой дозатор и пенообразователь. То есть здесь нет вот этого ощущения, что он слишком жидкий или слишком густой, он не растекается по рукам. Я обычно использую два нажатия, но на самом деле хочется прям целиком его обмазаться, потому что он правда такой какой-то очень мягкий и комфортный. У него такой очень-очень нежный, легкий, цветочный, приятный аромат. И он такой прям, знаете, отдушка такая отдаленная, то есть не навязчивый совсем. Мне очень нравится, что он деликатный, что он легко смывается, потому что я, например, ненавижу средства для мытья, для умывания, которые вы, например, долго не можете смыть с кожи, и потом все равно ощущаете, как будто бы какой-то дополнительный слой остался. Здесь есть просто такое идеальное чувство чистоты, свежести, какого-то приятного аромата. В общем, классный мусс, и мне очень нравится этот формат с пенкой, потому что гели нужно предварительно вспенивать, а в этом случае здесь просто два нажатия и такое супер нежное облачко у вас на ладошке. А еще я подумала, что раз здесь такой низкий pH, я даже попробовала этим средством с утра умываться. Ну, во-первых, форм-фактор как бы располагает как будто бы. Ну и да, как утренняя умывалка, это тоже работает прекрасно. И нежный запах тот же самый, и смывается хорошо, и умывает нежно и деликатно. Нет чувства сухости, нет какого-то шелушения, при этом кожа чистая. Ну и да, еще раз напомню, что в средствах для интимной гигиены максимально важен pH на самом деле это наверное один из самых главных факторов вообще когда вы выбираете подобные средства здесь он 3,5. и он не нарушает естественную микрофлору и позволяет сохранять ее даже в период менструации или когда вы беременны поэтому пользоваться этой пенкой можно ежедневно и кстати на зоне у него сейчас хорошая цена меньше тысяч он стоит и будет хватать его достаточно надолго так что смело берите рекомендую следующее что я буду наносить это вот такая вот однушка от бренда шик у меня оттенок вега и собственно, почему я брала на зоне? Потому что как только эти однушки запустились, пошел такой активный пул жалоб про то, что тени приходят битыми с Вайлдберриса, и что только с официального сайта есть классная доставка. А я привыкла, на самом деле, почти все заказывать на зоне думаю, рискну. И все однушки, которые ко мне приходили на Озоне, все пришли целыми. Мой фаворит среди тушей уже многие годы, это вот такая вот тушь от бренда Хэмиш, я ее с какой-то регулярностью покупаю. И если раньше я заказывала ее на iHerb, то теперь iHerb нам не то чтобы супер доступен, поэтому я заказывала ее на Озоне уже дважды, и дважды мне приходила именно та тушь Хэмиш, которую я люблю, то есть это не подделка. Это термо-тушь, то есть она смывается только теплой водой, больше ничем. Несмотря на это, она дает выразительный эффект на ресницах, что достаточно редко для термотушей. Именно поэтому она мне нравится. Посмотрите, какие она дает ресницы. Просто огонь. И да, у нее моя любимая щеточка-ложечка, при этом она не силиконовая, а с щетинками. И она не колючая, она очень мягко касается ресничного края внутреннего, вот где ресница врастает в века, господи, как это правильно сказать. Короче, это одна из самых классных тушей, которые я когда-либо пробовала, и при этом очень комфортно. Если у вас глаза чувствительные, мне кажется, что это ваш вариант. Перехожу к губам, и здесь у меня есть несколько средств от бренда Romand. Это корейский бренд, и я хочу сейчас воспользоваться вот таким вот тинтом. Оттенок у него номер 13, кастарт. Мауф называется. Вот так он выглядит на губах. Мне кажется, достаточно ярко и сочно. При этом он практически не липкий, он стойкий, он тинтует губы. То есть потом, когда блеск съедается, остается вот этот цвет на губах приятный. Ну, в общем, он хорошенький. Не то чтобы мне очень надо, но я фиксирую сегодня макияж фиксирующим спреем от бренда Шик. Очень он мне понравился. Мне понравилось и как он на стойкость работает. То есть он делает макияж действительно прям таким бронебойным, с одной стороны, с другой стороны у него классное распыление облачком, поэтому да, спрей от рекомендую, если вы его еще найдете. А еще он так как-то вкусно пахнет женщиной, какими-то приятными женскими духами. Следующее, что я хотела бы вам порекомендовать сезона, это вот такой вот увлажняющий крем Don't Touch My Skin. У меня версия Rich, насыщенная. Я этот крем покупаю практически нон-стопом. Иногда перехожу на какие-то другие, чередую. В летний период могу тестировать что-то более такое гелеобразное или просто с более легкой текстурой. Но в целом у меня в запасах всегда стоит этот крем. И что теперь удобно, бренд стал выпускать к нему сменные рефилы. У меня вот два уже э, лежит в загашнике. Я их беру на озоне, когда они там появляются. У магазина там есть вот эта система с баллами. Поэтому, когда вы берете какой-то продукт из их ассортимента, то вам автоматически начисляются баллы, и в следующий раз получается еще дешевле. Если вы пользуетесь ретинолом, если у вас кожа сухая, комбинированная, если кожа склонна к каким-то высыпаниям, если кислоты вы используете, то вот этот крем Must Have, потому что он одновременно и восстанавливает кожу, и делает ее более устойчивой к таким вот агрессивным каким-то воздействиям, если пользоваться им прям вот долгое время, то очень здорово кожа преображается. Следующее средство очень бюджетное, и оно мне понравилось. Это вот такой вот роскошный уход бальзам-масла для снятия макияжа от белорусского бренда Vitex. Мне очень понравилось, как оно снимает макияж. Во-первых, здесь небольшая туба, здесь 75 мл, то есть можно его с собой брать в самолет. У меня тут стоял вопрос в ручной кладе, и я думала, что брать с собой для снятия макияжа. Ну, в общем, вот такое вот гидрофильное масло отлично с собой брать в отпуск, во-первых. Во-вторых, оно достаточно бюджетное, хорошо смывает весь макияж. Ну, вот все, что у меня было, все э, какие-то яркие макияжи, когда я использовала клей под глиттер, какие-то блесточки все смывает на ура. Может быть, прям какие-то супер-супер многослойные мейки оно не потянет, но на 90% макияжа его хватает смывает просто отлично, эмульгируется хорошо, глаза не щиплет, в глазах мутной пленкой не остается. Ну и плюс рукой туда залезать не надо, так что тоже прекрасное средство, рекомендую. Еще на зоне я примерно раз в год, раз в полгода покупаю вот такую вот пилинг-варежку. Это от бренда Шелковица или Шелковица, честно говоря, не знаю, как правильно. И именно вот эта версия с вот такой вот резиночкой, это товаришка, которая просто изумительно, просто потрясающе пилингует кожу. Я не использую практически никогда скрабы, я практически не пользуюсь гелями для душа. Обычно я просто распариваюсь в душе или в ванне, и потом прохожусь по всему телу вот этой вот варежкой без мыла, без геля для душа. И боже, сколько всего она снимает, кажется, что на мне просто тонн грязи, и после нее кожа супер нежная, прямо она такая, как у младенца, я бы сказала. Хочется намазаться каким-нибудь приятным кремом, и вы будете прям максимально гладкая и чистая. Максимально классное очищение, плюс это помогает с вырастающими волосками, избегать их, конечно же. Можно использовать, по идее, на лице, если кожа у вас не чувствительная. Но будьте, пожалуйста, осторожны, потому что когда вы ей пользуйтесь третесь кажется что она ничего не делает потому что нет ощущения прям ну жесткости какой-то да но перетереться ей можно очень легко, особенно в каких-то чувствительных зонах. Так что да, для идеального пилинга это супер классная штука, но будьте внимательны. Следующее, что я купила по вашей рекомендации, в Телеграме мне посоветовали купить вот такой вот крем для глаз от бренда Hamish. Называется Marine Care Eye Cream. И это, как бы, альтернатива моему любимому килл авокадо Здесь внутри очень густая текстура. Он прям максимально густой. В комплекте к нему идет вот такой вот аппликатор, наверное, да, правильно сказать. С одной стороны лопаточка, с другой стороны металлическая такая головка. И подразумевается, наверное, что вы лопаточкой зачерпываете, наносите в зону вокруг глаз и лопаточкой, ой, и вот этой металлической штучкой распределяете. Но, честно говоря, мне как бы не очень нравится эта процедура. Мне не нравится, что эту лопатку нужно каждый раз мыть. В общем, я ей не пользуюсь, честно говоря. Просто наношу пальцами. Очень хорошо увлажняет, очень хорошо в зоне вокруг глаз ложится и ощущается. Я использую и на день, и перед сном. Единственное, что перед сном нужно наносить или заранее до сна, сильно раньше, чем вы ложитесь спать, или же не подводить крем близко к ресницам, потому что я несколько раз проснулась с отеком. После него вот прям ощущается такая тяжесть. Но именно в плане увлажнения кожи, как это выглядит вот с утра, как кожа выглядит, это супер здоровский крем. И здесь объем 30 мл, насколько я помню, да, хватит, я не знаю, на год так точно. Еще на зоне я практически всегда покупаю пасты Biorepair, потому что там они обычно по самой выгодной цене. И у меня сейчас детская, но я вам покажу скриншоты паст, которые я покупала несколько раз. На самом деле, по-моему, Катя Давыдова первая, от кого я услышала про то, что Bio Repair классный бренд для именно, ну, для зубов. И я пошла смотреть, что это за пасты, думаю, ну ладно, попробую, и взяла пасту с зелененькой упаковкой, и потом еще отбеливающую брала. И это прекрасные пасты, да, они как бы дороже, чем то, что продается в масс-маркете, но, во-первых, они супер экономичные, потому что они очень хорошо пенятся, их нужно совсем немного, и я люблю когда, на самом деле, зубных паст стоит две, я с утра пользуюсь одной, а вечером другой. Мне как-то так, не знаю, комфортнее. Вот такие у меня привычки. Так вот, обычно вечером я пользуюсь биорепейром как раз. Я примерно раз в год делаю обычную гигиеническую чистку зубов, я их не отбеливаю, и в качестве поддерживающего ухода использую биорейпир уже наверное года два, наверное да, наверное около двух лет, и Фу! зубы выглядят прекрасно, и мне часто говорят про то, что зубы супер белые, и люди вживую говорят, и мне на канале в комментариях пишут, и на самом деле даже когда я снимаю видео, у меня на экране камеры подсвечиваются участки, ну, выделяются такими специальными полосками, те участки, которые очень-очень яркие, очень-очень выбеленные по цвету, и очень часто, если я улыбаюсь, вот сейчас, например, если я улыбнусь, то зубы у меня как раз подсвечиваются, типа, здесь слишком-слишком белый участок. Так что да, даже камера видит, что зубы очень белые и красивые. Пасты Биорепейр рекомендую, хвалю. Да, это не супер бюджетно, но это очень классный поддерживающий рабочий инструмент. Ну и ирригатором я пользуюсь несколько раз в неделю. Следующее средство, которое я еще недолго использую, но оно меня впечатлило. Это вот такой вот антицеллюлитный гель термоэнтенсив от бренда Giltek. Я так понимаю, что хит-продаж просто у бренда, и я человек, который... Я просто ненавижу обертывание, просто меня бесит процесс вот этого заматывания в пленку, хождение какое-то, все это, не знаю, все такое неудобное. Короче, это не моя схема. Но так как я все еще... Готовлю огромный обзор на бренд гельтек, и в этом году я достаточно плотненько занялась своим телом, фигурой, э, всяким зожем. Я решила, что ну ладно, хорошо, уговорили, я попробую что-то в этом роде. Собственно, как это работает? Это разогревающий гель, который вызывает именно такой приток крови, лимфодренажный эффект, и в теории... Через какое-то время он должен сделать кожу более гладкой и подтянутой. То есть, естественно, это не единственное средство в борьбе за классную фигуру, но как дополнительный такой приятный шаг, ну или не очень приятный. Это то, что должно классно работать. Что про него пишет нам производитель? Эффективен при борьбе с целлюлитом, стимулирует кровоток, лимфоток или полис, содержит кофеин и L-карнитин. Это гель, который вы наносите на попу, на бедра, может быть на живот, ну в общем у кого где, но обычно это самая проблемная зона. И сверху обматывайте с пищевой пленкой, потом можно или там укутаться чем-то теплым, или просто одеться хорошо. Перед этим в теории можно разогреть тело душем, теплой ванной или скрабом каким-то, и потом уже мазаться этой штучкой, тогда эффект будет более ярко выраженный. Но я решила начать с малого, ничего не делала, просто намазалась и просто с пленкой. И знаете что? Он печет просто капец. Ну, как бы, может быть, у меня какая-то суперчувствительность, но я прям через 2 минуты уже чувствую, что мне жарковато. А написано, что держать его нужно около 30, что ли, минут, 20-40 минут, вот. В общем, я сначала подумал, что я только 10 вытерплю, но потом этот эффект, он как бы достигает какого-то максимума вот этого тепла и остается на этом максимуме, то есть он поддерживается и горячее не становится. В целом к этому можно как бы привыкнуть, я думаю, что в зимнее время года это может быть даже очень приятно, когда вы мерзнете, но в целом это не супер приятная процедура для меня сейчас, по крайней мере. Хотя, может быть, я распробую и кайфану, но при этом я хочу верить, что это средство работает, потому что гельтек обычно делает классные банки, я им в этом плане доверяю. Использую подольше, поделюсь своим впечатлением, но, по крайней мере, то, как это ощущается на коже, кажется, что оно должно работать. Следующее, что я всегда беру на зоне, это вот такие вот микробраши. По сути, это деревянная палочка, которая с одной стороны обмотана ваткой, тонким-тонким слоем. Впервые я, мне кажется, эти микробраши стала использовать тогда, когда уж стал прокалывать, вот хрящи где, и нужно было их обрабатывать. Обычная ватная палка, естественно, не подлезает никуда, а вот такие вот микробраши – это вообще то, что нужно. Потому что можно ватку намочить в физрастворе или в каком-то мермистине, в чем-нибудь в этом роде, и уже протирать вокруг сережек все. Но на самом деле у этих палочек много опций. Этими палочками можно подчищать вот здесь вот подводку, Водку, если у вас куда-то стрелка уехала не туда. Можно какие-то элементы вычищать, как я графику делала в предыдущем видео. Можно даже, на самом деле, со слизистой убирать какие-то остатки туши, которые вам хочется почистить. Обычно они продаются в достаточно большой партии, поэтому хватает их мне надолго. Но я уже брала их раза три, наверное. И это классный рабочий инструмент. Следующее, что я хочу не похвалить, но скорее сказать, что я буду это пробовать. И я знаю, что многие это хвалят. Это вот этот вот крем от бренда Анна Шарова. Ретинил, ретинуат 0,14%. Вообще-то я планировала его использовать зимой. Но... Что-то он не впихнулся в мой уход, ну прям никак, потому что у меня были ретиноловые сыворотки гильтека, и казалось, что вот этот крем какой-то он, короче, лишний. И я решила, что в этом году я уберу ретинол на летнее время, но оставлю вот этот крем на вечер. Ничего пока сказать не могу, я знаю, что очень много хороших отзывов на этот крем. Я пока попользуюсь, а вам расскажу чуть позже, как он мне. Еще одно средство, которое я могу похвалить, это вот такой вот детский шампунь от бренда Natura Сибирика, Сибирика Биберика. Детский шампунь для девочек без слез, лапочка дочка 0+. Я, честно говоря, столкнулась с проблемой того, что у моей дочки очень сильно путаются волосы, их сложно прочесывать, и ребенку, конечно, очень неприятно это, когда с утра там делаешь какие то хвостики-косички, Хочется, чтобы все было гладко и сладко. И я, собственно, отправилась на поиски какого-то детского шампуня, который бы не путал волосы. И нашла вот этот. Знаете, он очень хорош. Во-первых, он очень вкусно пахнет. Он пахнет какими-то полевыми травками, каким-то зверобоем, душицей, чем-то вот таким вот совсем-совсем полевым, деревенским, каким-то очень приятным. И плюс еще есть легкий аромат меда какого-то. При этом все это не сладко, это все очень натурально пахнет. Одновременно с этим это хорошо мылится, то есть нет вот этого ощущения, как иногда бывает у детских средств, что они не пенятся. Здесь этого нет, пенится хорошо, смывается хорошо, промывает волосы хорошо, и потом волосы не путаются или путаются, но очень-очень мало. У нас какая-то, знаете, семейная болезнь путающихся волос. Что у меня такое, что вот у дочки в ее 5 лет. В общем, если у вашего ребенка путаются волосы, то присмотритесь к этому шампуню, он очень хороший. Единственное, что у меня сразу же отвалилась крышка, но это я ее просто очень агрессивно открывала, честно говоря. Еще хотела вам показать гель для душа с кислотами, который мне очень понравился в прошлом году, и, собственно, в этом сезоне я возобновляю его использование. Я его на самом деле использую не только, ну, скажем, в теплое время года, но и зимой иногда, если чувствую, что у меня с кожей что-то не так. Это единственный гель для душа, который стоит в моей ванной комнате и вообще стоял когда-либо. Это гель для душа от бренда... Open Face. Гель для душа с кислотами для ухода за кожей с высыпаниями и неровным рельефом. Иногда на спине, вот здесь вот на плечах или на ногах может быть что-то не очень приятное по рельефу. В этом случае я обычно использую этот гель для душа, оставляя его на минуты три примерно на коже, потом смываю. Супер эффект, просто вот три дня им помылся, вот так вот каждый вечер просто в душе постоял немножко, и кожа гораздо более гладкая, если есть какие-то высыпания, они супер быстро проходят. Это максимально рабочее средство, особенно это будет актуально, я думаю, сейчас вот, когда лето уже наступит, такое жаркое, теплое. Обычно в это время на спине, может быть, у кого-то на груди бывает высыпание. В общем, посмотрите в эту сторону, потому что гель отличный, у него нет никакого яркого запаха это рабочая прям лошадка от каких-то высыпаний и неровностей must have просто это вторая моя банка еще одно средство которое я хвалю это вот такой вот лак для волос от бренда TG. называется он hard head и это лак для волос который посоветовал мне мой парикмахер я, на самом деле, не то чтобы специалист по прическам, честно говоря, потому что единственное, что я пшику лаком, это челка, по сути. Вся остальная часть головы крайне редко как-то поддается каким-то укладкам. Но я перепробовала уже достаточно много лаков для волос, и вот этот от Тиджи, Вообще самый просто лучший. Он дает какое-то очень легкое приятное распыление, хорошую фиксацию. При этом он не делает волосы какими-то супер склеенными. После него волосы на следующий день, если я, например, не мыла голову, на следующий день я могу спокойно челку прочесать, переуложить, например. И здесь вообще какое-то идеальное сочетание всех его технических характеристик. Я знаю, что Тиджи вроде бы как ушли из России. Но на Озоне они продаются, и это 100% нормальное средство, потому что они присылают в больших красивых коробках. Свои средства, вот я лак заказала, и на Озоне он часто бывает с какой-нибудь скидкой, достаточно приятный. У меня муж раньше пользовался лаком от бренда Осис, но он тоже как бы не супер дешевый, честно говоря, мне кажется, процентов на 30 вот этот дороже. Но разница в том, как это ощущается на волосах, прям большая. То есть вот этот сильно круче рекоменд. Если вы ищете хороший лак для волос, вот этот лучший на самом деле. И в целом я готова экспериментировать с другими средствами от Тиджи, потому что я чувствую, что в мою жизнь подбирается эра причесок, как будто бы. Но я еще не уверена в этом. Но однозначно к этому бренду у меня есть доверие. Если он действительно ушел из России, то хорошо, что они остались на зоне. Я буду очень рада, если вы внизу в комментариях напишите, что вы покупаете на зоне, особенно что вам запомнилось в последнее время, что вам понравилось или что вы берете там чаще всего. Ну и, конечно же, спасибо вам за ваши лайки, за то, что подписываетесь на канал. Ну а с вами была Наташа и всем пока-пока.